Ае, день добрый, Good Game Twitch, ребят, если вдруг кто пришел, привет, с нами, с вами, со всеми нами, да, случается очередное счастье, мы продолжаем наслаждаться компанией замечательной, обворожительной во всех отношениях позитивной Алеандры, а.к.а. Баракуды, привет тебе. Привет. Привет всем, здравствуйте, ребята. Good Game Twitch. Ага, вот. Что-то хотела сказать умное, но оно убежало. Такое бывает. Вот смотрю на вас и думаю, да? Да, отвернусь, и мысль ушла. Да. А мы продолжаем наши социально-когнитивные эксперименты на тему управления одним персонажем двумя головами. Разрываем геймпад напополам. Правая половина принадлежит Алеандре. Ага. Да, левая моя. Мне как-то проще. Может, мы когда-нибудь поменяемся? Мне кажется, это... Надо будет варьировать нам сторону. Да, кстати, надо будет поменять как-нибудь. Ради эксперимента. Угу. Логер Рус, день добрый тебе. Приветствую, здравствуй. Здорово, Логер Рус. И тебе привет. Ну чего? Нас... Логер Урус, раз ты пришел, то скажи, как хорошо ли дела? Нас слышно, да? Как у тебя дела? Сейчас я подкручу все-таки еще баланс, я прям вижу, что он явно не соответствует истине. Вот это докрутить. Вот, это вот так обычно было. Мы попробуем от этой же комбинации отталкиваться. Так, ну что? Кол Фелпс уже работает в отделе поджогов. Поджогов, да. Нас понизили. Да, несмотря на то, что сюжет продвигается вперед, карьера Фелпса двигается взад. Такое бывает. Да. Потому что достаточно немножечко не угодить одному человеку, и все. А напомни, кому он не угодил? Капитану? Нет, не капитану. Мэру? Нет, кому? Что он сделал? Почему он попал? Понимаешь, у него был очень коррумпированный напарник. Он все за ним подмечал, что куда и где. И вот, понимаешь, будучи такой известной личностью, он как бы так немножечко, так сказать, имел не только служебные связи с Эльзой Лихман. Да. Все, я вспомнил. А тут какой-то скандал с мэром, и он сказал, а у меня тут есть кое-что покруче. Вот наш всеобщий любимчик опозорился, и давайте мы это пустим. Точно, и, в общем, они пустили вот. Это дело в прессу, чтобы отвлечь внимание от другого, да. Да. Хвост машет собакой. Прям один в один. Угу. Вот. Так что вот он очень удобно попался. Ну, Кол Фелпс. Здравствуй, Логер Рус. Логер Рус, день добрый тебе, приветствую, здравствуй. Мы спрашивали, как дела у тебя, скажи, пожалуйста. И заодно, если не сложно, скажи по балансу звука, как у нас? За музыкой не за музыкой ли? Или за музыкой? Ну, по идее, не за музыкой, но может быть и за музыкой. Ну, вроде бы нет. Так, ну что, продолжением. Продолжением мы продолжаем. Продолжаем. Окончанием мы оканчиваем, начинаниями мы начинаем. Капитаны, очевидность. Надо переименовать канал вообще. Кстати, интересно, есть канал KO? Если нет, надо занять. Там будем говорить очевидные вещи? Да, а чего нет? Сейчас я иду направо, да? А сейчас я иду вперед. Ну, может, не настолько очевидно, это уж совсем какая-то школа. Так а иначе зачем? Ну, там, не знаю, может, какие-нибудь... Не настолько, как это сказать, директивные, но... Не настолько очевидные очевидности. Нет, ничего не трогаем. Хорошо, работать не трогаем, Логер Рус. Хорошо. Ну, то есть... Спасибо тебе. Ну ладно. С очевидностями, да, сложно. В том плане, что любая очевидность может считаться глупостью. В смысле, просто такой, да, ирунистика. Ну, кстати, идея прикольная. То есть завести специально отдельно взятый канал, где просто вот, ну, вот такое вот нести колым, такое, что вижу, то пою. Клево же. Кола Фелпса понизили. Вот одна из очевидностей. Сидишь, смотришь, да, его понижают, такой, его понизили. Вот сразу здесь же.
начинаешь это говорить. А вот сейчас он идет, сейчас он стреляет в преступника. Да, или типа так, вот сейчас мы будем загружаться. Да. Будем загружать наше последнее сохранение, крайнее. Самое дальнее по прогрессу. Мы будем это делать? Да. И какой-то... А, насчет этого Клыма. Логируса, то тебе вчера было хорошо. Это же две вещи, которые... Знаешь, хорошо было бы, если бы ему вчера было хорошо и сегодня. Ну, вот это было бы... Это было бы великолепно. Да, великолепно. Но я все-таки желаю, чтобы все-таки у людей было великолепно. Да. Особенно тех, кто к нам приходит, смотрит. Да, ребят, вам вообще всех лучших благ, даров и подношений разных. Угу. Так что, Логирус, поправляйся, выздоравливай. Пей чаёк со зверобоем. Чё там ещё? Уголёк грызи. Да, чё-нибудь для головы, от головы, вместо головы можно чего-нибудь употребить. Да. Ну так чё? Да. Продолжить? Продолжаем. Крестик, который А, квадратик, который Х. Угу. Блин, я думала, пивом... С пиваса башка бывает болит капец вообще. Ну если такой пивас себе. Я не помню, на чем мы остановились. Ой, мы идем в хипстахит. Зачем? А, потому что их бойлеры взрывались все время, да? Ну, не взрывались. Мало того, что взрывались, так там еще деталь, она была как-то очень странно модифицирована. Точно, там был повернут клапан. Да-да-да, наоборот. Клапан, и он не закрывал газ. Точно. Газ накапливался. О, надо же. Короче, идем. Кому тут нам нагреть? А, сначала секретарш. Здрасте. I see. Well, duty manager for today is Mr. Rasek. You should find him in his office. Чатик такой, да. Чё, чатик на Гудгейме поменяли? Да я думаю, тот, который на стриме. А, на стриме, да, на стриме, да. Ну, и нам лучше видно, и вообще хорошо. Ну, тележинки, конечно, не влезут, там, если килаки придет вдруг, то... Ну, да. Тележинки по-любому не влезали. Ну, его тележинки никуда не влезали. Они, бывает, даже в чатик на сайте не влезали. Да-да-да. Не-н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 е
рекламирует во все поры. Mm-hmm. Сотка баксов! По тем временам нехилые деньги. Да, вообще. Менеджер. Менеджер направо. Кубай, ты менеджер? У тебя стрелка показывала, мужик. Ты менеджер, mm-hmm. сегодня отмажешься. Я детектив, я точно знаю. Колись. Что он сказал? I used to be the adventurer like you. Phelps and Biggs, arson. We're investigating a couple of house fires. What can you tell us about this? Pressure regulator from a model 70. Let me take a look. А мы только оно вернулось. Мы там какой-то прошли. Вроде бы его мы уже прошли. Но она, видимо, не... разговаривали, да? Да-да-да. Потому что он сейчас покажет нам, да, что гитарка тут повернутая. И эксперимент mm-hmm. будет, да, получается? Да-да-да, Логерус, именно так. Там, ну, там была труба внешняя. So you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. Ну, у нас как всегда тебе, да? Ёрзает. Ёрзает, хмурится. Мы как всегда стоим перед выбором. Да-да-да. Ну, у нас доказательств нет, да. Ну, улик. Не, он вообще правильно как сказал, как и предыдущий этот пожарник. Пожарный. Пожарный. Да, пожарный. Причем он не просто пожарный, он был начальник участка. Да-да-да. Он же прям так и показал, что вот, если этого не сделать, будет вот так, вот так, вот так, провели эксперимент. То есть это вот специально слова. Именно да, что-то сделать. Да, модифицированный сделать. Такая. То есть там клапан, он повернут на 180, ну или там на сколько-то там. Ну, и... что-то он Ну, он сказал, говорит, что нет этого... Ну, в смысле, что это не заводской брак, изначально с ним было все в порядке. Но mm-hmm. при этом 70-я вот эта модель... Угу. То ли в предыдущем где-то репорте было, то ли еще что-то, что она часто там то ли выходит из строя, то ли там как-то ремонт чаще проводит. Ну, то есть,
Есть подозрение все-таки, что и на заводском этапе еще был бурак, но вот тут явно модификация. То есть он не то чтобы врет, но не договаривает. Да, Герурус, у тебя прям хорошие такие методы. Да у него, ну прикинь, представь его состояние сейчас. Он сидит, отпаивается кефирчиком, у него все болит, и он ненавидит человечество. Ну как бы... Да, могу понять, да. You're telling me that you've never had any problems with this heater. Look, you've changed the design since the Model 70. These things are still being installed? It's the demand. None of us could keep up with the amount of housing going up. At the budget end, we're still using some of the old stock. We are installing 100 heaters a week. They're not all faulty. They're not all safe either. Так, хорошо. Ивана Расича. Комрад Расич. Are you lying? Так. Ну что же. These diaphragms prone to failure. They tend to go after a while. The rubber lasts quite a few years and then it perishes. So the guys' names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. Ну, у нас, конечно же, есть доказательств, но у него там мексиканцы всякие работают, да? А, не, имя же там. Да? Ну, у нас есть пара момент, что обслужен неким Райаном, неким Варли. Райаном. Вливатель из дома. Он проверил Мэтью Райан. Может быть, это привести как улику, что вот смотрите, вот ваш этот проверяет, а через пару дней этот дом хлопается. Ну, это как-то, ну... Недобро. Ну, явно, если бы он, допустим, там... почти год назад проверял, да, и тогда. А тут пару дней, мне кажется, надо, наверное. У нас интуиции нет. Слушай, ну погоди. Ну вот скажи ему ложь, а потом все что-то мини. Угу. I think you're lying, Рейсик. I think. Ага, смотри. Походу, да. And how are you gonna prove that, detective? Во, смотри, вот прям вот, тут, да, прям да, тут да. Подсказка. Клеится, да. Ну, я думаю, можно мы любого из... Мы ему шьем дело сейчас, вот как вот по-настоящему. Мы просто шьем это делать. Я смотри, я думаю, тут можно одного из двух. Одного из двух? CyberGhost Child, здравствуй. CyberGhost Child, день добрый тебе, приветствую, здравствуй. Что там? Ничего, просто. А у тебя все нормально? Отлично. Так, а какой второй ты говоришь? Ну, у нас два дома, которые, ну, сгорели после того, как их вот буквально пару дней проверили это сотрудники. Так что я думаю, можно... Одна. Почему? Ну, вот, вот. А второй где? Вот Варли, который предпоследний, предпоследний. Вот. А, Варли, да. Ну, давай любого из них, я так думаю. Реджин Артоль. У них просто имена такие. Прикольные. Yeah. Ну, ладно, давай, да. We could do this some other time, if you're not feeling well. Угу. Ну. Игра залипла, What about нормально. Matthew Ryan? You know about Ryan, huh? All right. He's been in some trouble, I know that. He's done his time. You in the habit of hiring criminals, Rasik? I need guys, detective. This boom is a once in a lifetime opportunity. I want you to get me a copy of the list of your installers. Ну, такие сестры ходят. Да как бы не похоже, потому что, ну, там, в одном вообще-то люди умерли. Ну, они умерли-то умерли. Ну, в смысле, муки со страховкой не со стороны владельцев жилья тогда. Да. Тут, скорее, мутки с недвигой в плане земли, чем со страховкой да, в плане там жилья. Было же, что какой-то фонд развития пригородов. Так нам нужно всего двое, ты чё? I want to run it by R&I. А, он сейчас, по-моему, всех там будет называть, и ему несколько имен высветит. Да-да-да. Go right ahead. Угу. Мне сказали, что они выигрывали что-то, и там у них попутно... Вон телефончик. Они выиграли путешествие на несколько дней. Лотерея, которую как раз разыгрывал фонд развития пригорода. Угу. И он отправлял всех подальше. Ну, и он говорил, что остальные все уже продали свою землю, тут землю скупают, а я типа не захотел. Да, да, так. I need to know if any of the following names have a previous criminal history. Okay, detective, run the names.
Спасибо. Acevedo Ernesto, Clemens Walter, Elgrim John, Gable Leroy, Kellegrew Peter, Cutner Robert, Limehouse Albert, Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Ryan Matthew, Spurgeon William Varney. Нормальная в смысле распространенная, но она ненормальная, логер Рус. Это ненормально. Clemens Walter, previous conviction for arson and malicious damage. Burned down a house in Westwood in 1942. 4-year jail term. Thanks. Ну вот, ну, один разок они просчитались, и как бы люди сгорели. Да, они не уехали, потому что у них ребенок заболел. Угу. Получился криминал. Да. Макрушечка вышла. Вот. На Варли хватает за жабры. Потому что разыскивается за убийство, это капец. Смотри, нам троих. Варли, Лайон и Клеменс. Но вот Клеменс нам не попадался в плане обслуживания. Ну, он может что-то пока другое с другим химичем. А здесь газетки нет нигде? Газетки? Да, давай пройдемся. Давай. Где тут шкафчики? Нет, это... Не-не, вон шкафчики. А. Или это в другом? Ну ладно. Может, обратно к нему надо вернуться? Ну, может, у него на столе где-нибудь? А, еще с ним поговорить? Может после быть. После того, как имена выяснили? Да. Только они синхронно это делают. He's working on an apartment building on Catalina and 3rd. What about Ryan? Currently working at a housing development on Normandy and 1st Street. Varley, where is he? Beverly and Mariposa, currently working on a new housing development. Hey, Varley's a good guy. You can't harass all my people. These guys собираемся? Have yes, they do. But my men have a right to some privacy. Don't you need a warrant or something? Show him and keep quiet. I used to be indecisive. Now I'm not so sure. Главное ордеру. Happy now? А, вот теперь он дает посмотреть. Я помню, что-то вроде бы шкафчики надо посмотреть. Ну мы об этом, да, что это в смысле нормальная, в смысле распространенная практика, но с точки зрения гуманности как бы нормального, в смысле, да, человеческого поведения, человеческого, это, гуманного, да, это криминал, крайне. Мошенничество и вообще а-за-за. Оп. Так, Уолтер. Это тот, который нам не попадался нигде, да? Да. Law and Authority. Анархи... анархиста? Интересно. Пьер Кропоткин. Кропоткин. А, это эти, это знаменитые памфлеты красных этих. Clemens is a fellow traveler. Как их звать-то? Красные мудаки, короче, не знаю. Ну, коммунисты, короче. Ну, такие псевдоамериканские коммунисты. Не, мне прикол, чуваки там сидели за поджог, да, потом поджигают, видимо, я думала, их подкупили с того это. Ага, они же коммунисты, вот все почему. Слушай, 40... ну, 47-й год еще не было такой паранойи, конечно, на эту тему. Там где-то после 54-го, наверное, после 55-го. И мы с тобой вчера особенно... фильм смотрели. Не, там была именно Вторая мировая война. Я имею в виду в Америке. В Америке паранойя по поводу красной угрозы началась с холодной войной. То есть 52-53 год. Потом, когда Хрущев там еще Кузькину мать всем показал. И понеслась, короче. И в итоге выродилось все в Карибский кризис, короче. Все во все такое. Jumpin' Jack. Jumpin' Jack. Здравствуй. День добрый тебе, приветствую, здравствуй. Hello. На случай а, есть он это... на Твиче, скорее всего, этот. Да? Jumpin' Jack. Hello. Hello to you. Так, мы там можем покрутить? You're okay. Welcome. Ну, просто я так подумал, мало ли он... Не-не, здесь не крутится, со своей стороны что-нибудь может? Нет, вроде бы все. Да. Почитал. Проникся. Мэтью Райан. Воу, ничего у него тут! Jumpin' Jack, hey-hey, hello, good day to you. If it's not clearly clear how we play, it's very interesting style. We are we are trying to control one person by two players.
me and Alejandra holding the one gamepad. Right half of the gamepad controlled by Alejandra, and the left one is controlled by me. So it's a local co-op, as you may say. Mm-hmm. Сейчас, наверное, начнется запрос в этот, как его, модератку. Тут такие приходят периодически. Да? Да. А зачем? Я не знаю, зачем. Им зачем-то нужна модерка на каналах. Они ее фармят. Так, приходят на канал, что-нибудь развязывают разговор. Потом такие, давайте помодерю. Давай. Давайте помодерю. Mm-hmm. Я не знаю, зачем это. Но здесь какой-то явно какой-то это. Ну, в смысле, про него еще ничего не знаю. Ryan wants the world to be a better place. Yes, it is. Thank you. Нехило у него так это по 5 центов напечатано. Тем более. Это. Лосочки. А для тех, кто не хочет покупать листовки. Купи листовку. Мы вчера видели, да? Мы вчера видели? Да. Там чувак тоже такой. Ты там что-то мне рассказываешь, а если ты будешь рассказывать не то, я тебе тоже этими. А, да, 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 да. Да. Качали фильм там, да, этот. Фэнтези, да, там лабиринт фауна, там, хоп, нацист. Чё? Он скилл. А эти спиральки? Mm-hmm. Да, они нифига не помогают вообще. Да. Ну мы как-то на природе такие. Новая улика причем. Противомоскитные спирали, они в улику добавились. В улику. Ну а зачем ремонтнику этих водонагревателей и москитные спирали? Ну как бы прям. You know that a mosquito coil takes an hour to burn down, Rasik? No, I didn't know that. It's the favorite choice of ignition by arsonists. Oh, really? Mm-hmm. Gives them time to get away. You're crazy. He probably lives near the canals in Venice. Кто? Я тоже не помню, при чём тут Венеция. Давай-ка, подожди, обратно. Да, вот, зайди, пожалуйста. Clemens, Ryan, Var. Ой, ой. Любимое оружие поджигателей. Они не успевают унести ноги. Вы рехнулись? Он, наверное, живет в Венеции на берегу канала. К чему это? А, Иван Расич сошел с ума. Он жует траву. Клеменс Райан и Варли. Да-да, блогер, вы что-то об этом уже сказали. Спиральки, насколько я знаю, ты типа вот в палатку ставишь, и это, то есть она там, если туда насекомые налетели, то есть ставишь туда, она немножко прогорает, смотришь, ага, потом это, так немножечко ее надо как бы там постучать вот так вот, чтобы, ну, ушел, ну, если она там надымила сильно, вот, и типа вот так ложит, то есть в каком-то закрытом помещении вот так вот прогорает. Тогда на природе надо репелленты. Ну, короче, он что-то, не знаю. Where to, Phelps? Может, он не умеет пользоваться аллегориями? Если он не просто не умеет. У него большие проблемы с этим делом. Так, уходим. Ну, просто формулировка такая, что как бы... Странно немного звучит. Да, ну, слова подобраны. Либо перевод такой, либо реально слова подобраны. Здесь, по-моему, можно выйти. Тут. О, давай сидим. Давай в хипстахите посидим. А? Чё? Кат-сцена. Блин, я хотел в хипстахите покататься. Это химичный. А кто это? Что это? Машина ничего не выбила. 91-61 номер. Ага. Нам даже машину сохранили. Да, удивительно. А чё бы и не поехать-то? Поедем. Та-дам. Та-дам. Так. Ну. Так. Мы хипстахите покатались. А, тут еще сядем. Ну мы в такой садились. Да?
Ура, машинка не убежала. А то помнишь, сели в одну, а потом хоп, нашу сперли. Да, сперли сразу практически. Вот что значит нигерская гетто. Так, это. Стоп, нам куда ехать-то? Почему-то блокнот не показался. Так, кому? Тот предложил к Клеменсу. Да? Ну да, напарник. Он сказал, давай Клеменса первого проверим. Ну давай. Так. Чё, нарезвая? Да. Так это, по-моему, как у того гонщика. Гонщик, который это? Который что? Который Родригес. Который еще машину посла... Машину посла-то... Послал машину посла? Да. Точнее, он ее не обул, а наоборот. Раздел. Он обул посла, сняв с его машины колеса. Да, хорошо сказал. Да-да-да, именно. Я пыталась нечто такое выразить. Оп, хипстахит. Хипстахит. Я уже номер забыл. 9G что-то там. На, на машине. Ну вот машина, которую нам показали в катсцене. Ой, можно было там справиться. А, блин. Машина, которую показали в катсцене, у нее был номер 9G. Mm-hmm. И там что-то там 61, что ли. Да, я вообще не обратила внимания. Не бывает меня свидетелем. Да, я свидетель. А что случилось? А, я не помню. Я вполне могу так сделать. Ой. Как-то оно странно. Здрасте. Опачки! Бигс, LAPD. We want some answers, and we want them quick. Okay, okay. What's this all about? Just tell me what you want. Tell me what you want. You know Reginald Varley? No? Can't say I do. Can't say I do. Смотри, как ухмыляется. Да. Что у нас там есть? Так, что? Ооо! Так. Фига у нас тут. Смотри, кто это у нас? Клеменс, да? Это Клеменс, да. Спросили за связь с Райаном. Но у них оба эти брошюрки. Так что он явно Клеменс, делился. Клеменс, Райан и... О, нет, Варли. Варли и Клеменс, да? Ну смотри, брошюры Клеменса, брошюры Райана. Да. Видишь? Вот же. Ты на них а, вот. А, все, точно, да. Мы сейчас говорим с Клеменсом, да? Мы спрашиваем, с знаешь Райан? Он такой, нет? Не в курсе темы. Ну смотри, при этом у Клеменса была одна брошюрка, ага. А у Райана там целая стопа. Ну значит, он ему дал одну. Давай вот на этот, на ложь спросим. You have a real viper's nest at Instaheat, don't you? Arsonists, murderers, communists. What's that got to do with me? You can't prove I'm behind all that. Вот. Теперь мы ему говорим, что Клеменс. Угу. Да ладно. Чего? How about letting me get back to work? Что-то странно сейчас было. Очень странно. Я что-то не поняла. Спросили про Варли. Не, он спросил про Варли, да. Но он спросил про связь с Варли. Связь с Варли, да. Да, сам-то он Клеменс. Получается, Варли про... дал ему одну брошюрку. Вот мы на нее и указываем. Что-то... А... Так, а сейчас в чем подвох? Он спросил про лицензию у Хипстахита. А? Смотри, как его скрыл. Что-то да, его ведет вообще. Instaheat hires arsonists, does it? I've worked as a fitter all my life. Put everything I had into that house. And my fucking mud shark of a wife gets awarded it in the settlement. She's blowing spicks two at a time while I'm at work. And she gets the house. Yeah, I burnt it all right. Set fire to that fucker and watch it burn to the ground. I did my time and I'd do it again. About to rob the lemons.
Нормал. С Райаном. Может, мы перепутали имена? Варли. Подожди, Мэтью Райан? Мы Райан, да, но не на том указали. Варли, блин. Варли это третий, у которого ничего не было. Вот он еще. То есть, тут стопудово ложь, да? А давай еще раз, да. You and Ryan are fifth columnists. Ну, это вот так называли эти ячейки, как называется, политических диссидентов. Ну, значит, вот. Ну, вот смотри, теперь он спросил про Райана. Теперь надо что сказать? Мы у него нашли. У него нашли, да, такую же. Слава яйцам. Мы вначале перепутали. Хьюак might want to interview you. That shit was from Ryan. He's always pushing that shit on people. Drives me nuts. He's got it in for the company. All right, Clemens. You're off the hook for the moment. Can I get back to work now? Слушай, не знаю, как бы, чем на это повлиять. И можно ли на это повлиять с нашей стороны? А можно его пнуть? С разбега? Погоди, еще один круг. Подожди, а что у него там в багажнике, интересно? Инструмент? Не дается. Ладно. Главное, как он рассказал, что поджег дом, он такой... Молодец! Красава, все правильно сделал. Да-да-да. Не, ну я чувствую, на его месте любой бы так же сделал. Так а что, если он его построил, а там... Какие-то два мексикоса там, я не знаю, не буду повторять вслух. Да. Ну, выезжай. It's been a while. You were in combat. In 1917. You know, I never fired my weapon in the line of duty. That's nothing to be ashamed of. I hope your piece is still serviceable, Herschel. I may be old and out of practice, but I'm still a Marine, Phelps. It would be better for our case if we could bring him in, Murphy. Вежливо объезжаем столбы на этот раз. Да. LAPD, Varley! Stop or I'll shoot! Ну блин, скид, чё сразу не стрелял? Клапан ему прострелил бы, да, лично. Come on, Varley! Can't keep running forever! Чё, камон, Варли? Либо ты не сможешь бегать вечно. Ой, что-то у меня плохое предчувствие. Думаешь, нападет, да, из-за угла? Не в этом плане. Его придется укокошить? Не в этом плане. Ну! Оу, давай, кол, давай! Бэнс об машину! Давай, Лугерус, возвращайся. Why did you run from us, Varley? I'm gonna take a wild guess. You're the same Reginald Varley. The Detroit police have an outstanding warrant. How am I doing so far? I need a lawyer before I talk to any of you. Reginald Varley, you're under arrest for committing a series of arsons. You're also under arrest for murder. Detroit PD will be putting in a request for your extradition. Until then, your guest is safe. Arson? You can't hang that rap on me. Be quiet. Be thankful we don't shoot you. Are all the cops in this town crazy? Take him away, officer. Да, приходишь человек это. Он убегает. Ну как бы подозрительно. Это... У меня документы в порядке, а чё ты убегал тогда, да? Косячок, бардачки. О, он прям рядом. Он прям рядом, отлично.
дрифтуем. Сегодня мы с тобой дрифтуем. Are you Matthew Ryan? Who's asking? Detective Phelps and Biggs, arson squad. Ты опять бегаешь? You heard the man. I'll just put this stuff in the car and I'll be right with you. Да блин, хватать его надо. I said, son of a bitch. Я там же. Да. А что нам машина по? Где наша машина? Супер быстрая тачка, где? Ой. Мужик, погоди. Не умирай, правда. А, вот он. Ух ты. Яна! Only if they hear him coming. Close in, Phelps. We need to take Ryan down before he hurts somebody. Ха-ха, эффектно. I can't hit a target that isn't there, Phelps. Да стреляй уже, ёпрости. Enough games, Phelps. Take this guy out. О, пришел. Он еще как-то едет, зараза. He's got an arson-related assault charge, and he's running. Зараза! We gotta get this guy in a room before we can get an angle. Люди, блин, не мешайтесь по колёсам. Главное, он же ему прострелил, да? Тут ну да, мало ему дать сейчас еще. Ну то теперь его догнать можно как нормально. Останавливаем эффективно. Должны учились. Да. Ну, ну. Блин, дверь. Give it up, LAPD! Why did you run, Ryan? I was scared. You got a reason to be scared, Ryan? Matthew Ryan, I'm arresting you on suspicion of committing a series of arsons. Ну, я тут возражать не стал. Ну, он и так уже как бы натворил делов. Такой подумал, как это, доминошки собрал, такой тык-тык-тык. А люди старались, строили, между прочим. Вот именно. We have three suspects. Где наша машина? Машина, осмотрись, пожалуйста. Let's get to the station and close this case. Может, нам да, возможно, она где-то рядом. Забрали тачку. Блин, это убогая машина. Ну, потом за какой-нибудь другой съездим. Давай это заставим нашего напарника нас сотрудничать. Давай. Карту. Так, там где-то вот с правой части, то есть очень-очень-очень далеко. Справа, да. Вот там еще машина, вон, видишь, которых мы... Ну, вот ну да, да, да. Вот. Да? Да. Can you drive to this one? Ну? Can you drive to this one? Господи, Фелс, не тупи. Фелс, отвезти просто. Давай, командуй. Там четко что-то нас вякнул, пойдем собьем. Тут все, пошли. You drive. I need to go over the case notes. Благодарю. I think his name is Phelps. He brought in the case where that poor lady killed him. Будь здорово! Спасибо. А че? Угу. Вот сюда. Это затаратал такая. А, забава! Забавонька! Похож на это, на таракана. Стаут, скараб. Ну да, прикольно.
Давай что-то изгоняем. Да, сначала выйдем. Такая машина какая. Там столик, смотри, посередине. Ну, да, да. Блин, забава. Пикник мобиль. Угу. Не, он такой за преступниками ездить нельзя так. Давай следующий, да? Да. Там пониже. Угу. You know the way. You can drive. Я пока за столиком посижу. Такой, да-да-да, я тоже ему хотел предложить. Ну, надо съесть там, лимон, да, расслабиться. Куда? Бутербродики, да. Так. Прямо рядом, да? Прямо рядом, да. Ну, вот тут надо пройти. Где-то тут, да. Уи! Еще Call Phelps может. Угу. Сразу видно морпех. Так. Опа. Машина. По крайней мере, в отличие от предыдущего. Воу-воу-воу-воу! Мягкий верх. Вот это, я понимаю, это чило. Смотри, как надо. Ну, двигатель у нее там явно хороший. Вот на таком мы поедем в отделение полиции, а то не то, что это позвучит. You drive. I need to go over the case notes. Nope. I want to make homicide. I mean, you know you've made it if you got that desk. I have two suspects. Phelps, you got nothing. Biggs, Ryan's waiting for you in interview one. Varley's in two. Hey, Hopkins, you practicing your asshole routine again? Come on, Phelps. Так, ну что, без разницы, да? Да-да-да, он интервью рум. Интервью. Возьмем интервью. Да. Так, это у нас Райан. Save yourself some time and get this thing off your chest. If that's your opening gambit, you better try again. Да, Райан. So you want to change the world, Ryan? Yes, I do. So does every reasonable person. And you're doing your part? Yes, I am. Does that include sabotaging water heaters to destroy a company? I have no idea what you're talking about. Нервный. Ну, у него вообще масса поводов понервничать так-то. Mm-hmm. Так, что у нас из улик-то? Улики. Улики, улики. Так, это кто у нас? Это у нас это Райан. Райан, да. Райан. К нам нужно ему предъявить то, что у него литературы полно. Не-не-не, сейчас... В шкафу. Есть... Или то, что он после... Этот, ну, то, что взрывает дома. То, что да, то, что после него, после его обслуживания, становится все плохо. Ну, значит, вот это. Ну, давай, ложь скажи, да, а вот там посмотрим. Где это у нас Мэтью Райан? Это Мэтью Райан. Ну, вон у него на бочке. Ну, а, точно, да-да, на бочке, да. Клуш. This is industrial sabotage, Ryan. It's all part of your campaign. You're delusional, detective. What campaign? Чё? Вот теперь вопрос. Теперь они немного развернули диалог. Наверное, все-таки на анархические брошюры. Не? А вопрос какой мы ему задали вначале? Ты хочешь изменить мир, да? Вносишь свой вклад в общее дело, да? А, ну да, все правильно. Сам просто пункт в вопроса назывался анархические, да, эти записки? Да. Тогда, да. Что еще плана? Ну, плана, который в анархических брошюрах, да? Ну, по идее, да. Да. Это?
Your locker is full of pamphlets. Clemens told us how you were always foisting them on people. Sure. I spread the pamphlets. A guy has to do something. Insta-heat heaters break down every day. They're still peddling the same lousy design that they lifted from Hephaestus. Insta-heat bought out Hephaestus? Them, Vulcan, Pyro, and a bunch of other companies. And you still work for them? A guy has to work. And the directors of the company, how do you feel about them these days? You work it out. Так, хорошо. Теперь мы просим его мнение на тему 70-й модели. Давай. Эй. Прям акробатический тут. Так. Now you got nothing to say? Well, I'm not done. Блинский, что произошло? Я задела крестик, который кружочек. Который, да. Кружочек, который Б. You know how to reverse a diaphragm in the regulator valve of a Model 70 heater? No, I don't. Но вот он это, же переставил. А вот это уже ложь, потому что он обслуживал его, поэтому он обязан уметь это делать. Так он же обслуживал такой, и поэтому его и переставил. Он же обслужил, переставил, и дом взорвался. Ну, тут не факт. Ну, пока еще. Почему? У нас же факт. Не, у нас есть улика, что он последний, кто его обслуживал. Но не факт, что из-за него произошло. Потому что, смотри, обслуживание производилось до того, как уехали хозяева. А взорвался-то он после. Ну, специально, там же газ постепенно накапливается. Да, я к чему? Потому что есть вариант, что между тем, как он отремонтировал, и произошел взрыв, кто-то еще вмешался. То есть не обязательно эти граждане, поджигатели, взрывники. Просто что они нечисты на руку, это может быть. Аллигатор, здорово! Аллигатор, день добрый тебе, приветствую, здравствуй! Вот, сейчас он нам врет, что не может переставить клапан на 70-й модели. Да. Да. Но он должен это уметь, просто потому что он его обслуживает. А раз он умеет обслуживать, значит он умеет и это сделать. Поэтому мы ему сейчас говорим, что он врет, собака гад. И ткнем его носом в ремонтный этот, журнал Хипстахит. If you know enough to do your job, you know enough to do that repair. You're lying, Ryan. And how do you think you can prove that? Вообще тупой нам попался просто. Давай, жги. Looks like you're the one. Да, да ладно. How to do his job. У игры проблемы с логикой. What can you tell me about the Suburban Redevelopment Fund? Nothing. Nothing. Слушай, ну это странно сейчас было. Ну да. Он же работал в 70-й модели. По любасу. Ну. Какой у него сложный взгляд сейчас. Ну явно... Ну не истина, это понятно. Тут вообще с этими ребятами уже истина, по-моему, ни с кем не сложится. Да-да-да. Так. Ну что у нас? А что есть? У нас доказательство того, что он как-то связан с... Подожди, фонд развития предмета. Ну, он напрямую, Прости, конечно, не связан, но он явно... Но он явно, как бы... О нем что-то слышал. Потому что... Лицо у него бегает прям. Бегающее лицо. Так. Он о нем что-то слышал, да. Но вот я к чему? У нас нет улик, доказывающих, что они связаны напрямую. Да, да, да. То есть он там не входит ни в какие списки. Развитие проигрыв, регулятор давления, что там дальше? Ну, про улики. Где? Что, куда? Говори, куда. Найден в сгоревшем доме Сойеров. А, это дом Стефферсонов. Мою половину. Лизет. Ты говори, что надо. Да нет, значит, ну, сомнения. Угу.
I think Suburban is a front for your anarchist buddies. They're arranging for people to be out of town while you burn their houses down. Suburban? What's that got to do with me? That's Barley's bilk. He's the one with the cozy agreement with those fascists. You have a history of violence. I have no such thing. Так, Райан, он-то у нас что там? У него на него досье есть. Досье Райана, так, досье Райана. Власти нападения. Нападение, значит. Блядь. You're lying, Ryan. And how exactly are you gonna prove that? Prove that, блядь. Дурак совсем, что ли? Мы из полиции вообще-то. You were charged with attempted murder, Ryan. It was a court case. No criminal liability was the verdict. They said that they couldn't have known that the faulty heater installation would cause a fire. All I know is I lost my whole family. And the company that was responsible got away with it. What would you do? Which company? Asbestos Water Heater Company. Которую купила потом... Рано еще. Да. Да, нам сейчас занимает переговорить. So I can go? Sure. As soon as your red friends storm the building and carry you out, you'll keep your seat until we decide how long to lock you up for, knucklehead. Knucklehead. Здоровался с ребятом. Обязательно. I think Ryan is our man. But procedure says we eliminate all of the suspects. Booking desk. Let's speak to Varley. Это интервью room 1. Подожди, ну куда мимо указателей-то? Он интервью room 2. Так, где-то он там. Вот, допустим, тут. Здрасте. We have Matthew Ryan in custody, Varley. I think all we need to do is ask him about this, and he'll write you a... Точнее, уже. That pinko bastard. Varley. Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue? Family by the name of Sawyer? Maybe. I'm from out of town. I go where they send me. I don't do a lot of repairs, though. I'm flat out on new installations. Такой типа, ну прокатило же, да? Ну прокатило. Слушай, а странно, подожди, Варли. Варли. Ну вот, вот нагреватель был обслужен Варли. Он говорит, я вообще-то их не чиню. Да. Так что он нам это как заливает. На Е, да. Why are you lying to me, Varley? If Suburban wants their new installations completed, why are you bothering with Rex like the Sawyer house? So I'm lying just because I can't remember if I was there or not? How can you prove that I was? Varley. Your name is on the inside door of their water. Okay. Блин, не прокатило. Suburban, yeah, they wanted that guy out. Sawyer kept complaining about not being able to get his heater service, so they threw in a free service as a sweetener. I think he played him though, because he still wouldn't sell. What would reversing the diaphragm of an InstaHeat Model 70 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind? Подожди, ну если перевернуть клапан, он сразу не бабахнет. Ну, как бы... Да, но... Да. Ну да. Нет, сразу-то не бабахнет, дичь вчера. Нет, сразу не бабахнет, понятно, но Варли мог иметь в виду, что итог-то будет такой. То есть перевернул, ну, там не сразу, да, но через какое-то время. Ну что он нам сказал? Значит, это не ты? Нет, не я. Ну, говорят, что я такой делал ошибку, как только включишь, сразу бабах. А, ну вообще да. Так, а что у нас там из улик? Так, регулятор давления, допустим. В доме Сойеров. Это вот там, где как раз Варли работал. Модель 70, что там с моделью 70? Так, а давай показания Ивана Расича, что там? Хм. А вот чем именно доказать, что он там похимичил?
Тем, что это 70-я модель, или тем, что начальник сказал? Что Варли вступил в сговор. Это, я думаю, попозже. Ну давай спроси его про ложь. Ну, в смысле, нажми ложь, а там посмотрим, как разговор пойдет. I don't believe you, Varley. I think Suburban wants homeowners who don't want to sell out of the way. I think you're out of your mind. Where is the evidence that I have done anything to contribute to this fire? Huh? Ну, вот... Тебя сдали. Да, да, чувак, на тебя настучались в гонцухе так. You're saying I'm some kind of psycho? Не считаешь? Чё? It's not true. Чё? 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 Глянь, его ж это. Распирает. Странно. Ну это явно он, я думаю. Ощущение, что он сейчас... Кстати, на... тот... нам когда в катсцене показали чувака на машине, он, во-первых, не был на фирменной машине Hipsta Heat. Ну? И, соответственно, не был одет в форму. Угу. Есть у меня подозрение, что, короче, это вообще не эти два гражданина. Это они, конечно, те еще персонажи, но... Возможно, что они не поджигатели. Ну, все указывает на них. Как бы мы же... Ну, косвенно, все косвенно. Нет ни одной прямой улики. Прямой в плане... Ну, которая однозначно связывает взрыв в доме и одного из этих фигурантов. То есть все можно повязать и на того, и на того. Один коммунист, другой нацист. Никто нам фашист, как он его назвали. Причем он его сдали в плане того, что он связан с фондом, так который вот скупает. Я не понимаю. Я думаю, что фонд развития, типа, устраняет тех, кто не хочет продавать дома. Как вы докажете, что я причастен? Вот чувак нам сказал, что ты причастен. Чё? Нет. Не считается. Что это было, я не пойму. Блинский. Типа сомнения надо было или другую улику, короче. Ну, ладно, теперь смотри, у нас выбор. Кого из них обвинить? Ага. Я думаю, этого. Почему? Ну, тот нам сказал, что он в сговоре с фондом развития пригородов. Это как раз из-за фонда развития пригородов и все это, ну, короче, связь. Он был с ними в сговоре, менял эти. А? А тот коммунист. Не знаю просто. А чё нет? Коммунисты мудаки. Варли. А чё у нас в досье на Варли сказано? We're done for now. So what happens? You're either going back to Detroit to face a murder rap, or you're staying here to answer for these arsons. Тут тоже прикольно. Parker, так. Кто у нас улики? Это у нас Варли, да? Yep. Варли. За убийство. А, ну только это сказано, да? Предлагаю его. Смотри, а если мы обвиним того, мы посадим того пацана, этого отправят в Детройт, и там тоже посадят. Двоих. А? Берем оптом. Оптом. Я говорю, ебать, тогда тебе двоих посадят. Дор, здорово. Дор, день добрый тебе, приветствую, здравствуй. А что, у нас мальчики не отображаются? Или... Ну, что-то перестали, да. Да там Good Game обновляется, что не неделя, блин, там каждый раз вылетают смайлики, я даже надоел. Надо будет просто, да, брочат обновить и заработать. Ну так, в итоге. Ну вот, показания Мэтью Райана. Вон.
Конечно. Варли вступил в сговор с Фондором при... Почему это не улика, я вообще не могу понять. Ну, в смысле, не прокатило тогда. Хотя вопрос был, типа, а как ты докажешь, что я с ними связан? Вот чувак тебя сдал. Нет, неправильно. Ну как? Ну как? Ну, ну ладно, хрен с ним. Смотри. Давай зададим вопрос по-другому. Вот, Райан. Несмотря на то, что... А что у нас на Райана есть? Что он раньше вел себя плохо, да? Угу. И был обвинен в нападении. Чё-то, по-моему, там его дом сожгли. Он поэтому озлобленный подрывался. Он там, да. Ага. Он кому-то, походу, пытался врезать. Угу. Дорье, красава, вышел из положения. Да, он, короче, кому-то врезал, видать. Пытался врезать там из этой компании. Да, его за это судили, да. В поджогах он замечен не был, никого не убивал, ну разозлился чутка там за счет ну, как бы того, было что за было что? Плохо, да. Короче, тогда Райана сажать смысла нет, давай Варли. Да. Он здесь посидит, потом выйдет, еще в Детройте посидит. Да. Реджинальд Варли. I'm charging you with committing a series of arsons and for the murders of Hank Sawyer, Edwina Sawyer, Henry Sawyer, and Jessica Sawyer. I'm no cold-blooded criminal. I could never burn up a whole family in their home. А типа кровный или какой он? Кто? Ну сказал, никакой не хладнокровный убийца. Я говорю, ну тогда теплокровный. How is it? No, just keep your mouth shut and listen to me for a second. Чё, опять не? How is it you can bring no less than three suspects into my station? Conduct extensive interviews, sift through mountains of evidence with Lynch and Pinker, and still manage to charge the wrong fucking guy. Как опять не тому? I took a chance on you, Phelps. People said I was crazy. Я не понял, что ты не тот парень. Вот мне тоже интересно. You may not be much of an arson investigator, but I hear you're merciless on the beat. Get going. А поясните, пожалуйста, происходящее, я не понял. Уже суд состоялся, что ли? Ой, улики какой-то нет. Ой, когда мы успели столько ущерба нанести? Халатненько. Чё, придётся переиграть? Для дела о четырёх убийствах обвинения против Варли. Машат. Да. Ну да. Какой-то улики нет. Не, я переигрывать не хочу, играем дальше. Да? Может, так же опять по сюжету придумал? Я просто не помню. А я не пойму, тот судим за убийство, как бы. Да, нам нужен Флюгигехаймен. Точно. А то они сразу не колются. Улики приводишь, все равно не колются. Two blocks behind first and second. We have more buildings to clear. You know our orders, Sergeant. There's barely a building left standing or not on fire in your zone, Cole. Is your sector full of Japs? Questioning my command. The captain doesn't want anyone falling behind. Tell the captain we will join him when the job is done. Just give us the word, Sarge. We'll take care of him. He should be sectioned. That Jap lover's a fucking liability. We're here to kill Japs, not our own people. Star-Cross, son of a bitch. No one wants to serve under him. He's bad fucking luck. Can it? We've a job to do here. If I can live with it, you can too.
Оригами киллер? Угу. Дордо, хотел бы я знать ответ на этот вопрос. Ну, игра, похоже, бесконечная, с учетом того, что Кола Фелпса все время понижают, повышают, понижают. Не, ну по идее уже скоро, потому что, ну... At least four Vicks. Get out there and find out what you can. The address is 650 North Hobart. This guy was willing to rat his own mother after I'd sweated him. Remember Mickey and the boys were shooting up the town last week? I remember there's only one cop fighting back. He's either brave or crazy. You really think I'm gonna squeal? What on earth is that man doing? The hell this guy's doing? Hey, you think those vice boys get any other side? Что, знаешь, что я понял? В этой игре явно не хватает комментариев разработчиков. То есть, вот есть, я не знаю, на DVD бывало выпускали дорожки. Ты посмотришь фильм, а там вместо звуковой дорожки самого фильма идут комментарии от создателей. Машинку какую-нибудь поищем, а? Вот. И у меня такое ощущение, что вот этой игре тоже не хватает подобного. Угу. Тоже не хватает подобного. То есть ты играешь? Напомню, Half-Life с комментариями есть. Какой? Второй? Да. Второй Half есть с комментариями? То есть ты играешь, а там комментарии разработчиков? Are we having a conversation? Okay, fuck you. I'm teasing you, Herschel. Вот, tell me about it. Да, из мира игр. Вот, no. Вот этой игре точно не хватает. Я бы послушал. Burned to the ground last night. You guys are ready to move in this week. Velp is gonna have some very angry customers. Shame about Chep. The arson did. Ты еще в машине посидишь? Наверное, он туда, в самый конец. Странно, что он не доехал. Хотя, погоди, что там у нас пока? Не-не, это в проулок свернуть и вот по той улице поскочить. Чё он нас не довёз? Дилда. Дик. Твои огородами. Вот Герус, а что такое есть? Воу-воу. У нас деревянный этот. Деревянная машина. Крайслер Вуди. Где он там есть? Куда нам дальше? Ну ладно, давай проедемся. Стоп. Ой. Funny, the human desire for self-preservation. Вы так пишите это, отдел поджогов, а не дело расследования поджогов. Отдел занимающийся поджогами. Да. Что-то скучно живем, давай подождем что-нибудь. Давай. Это отдел организованной преступности. Да. Отдел организующей преступности. Папочки.
Where's your respect for property? По-моему, наша машина нифига не помялась. Бронебойная. Деревянная. Любая машина, в которой сидит Фелпс, становится на 100% крепче. Что у нас костюмчик новый, да? О, кстати, костюмчик не посмотрели. А, ничего. Потом переоденемся попозже. Давай на следующем деле. Только каждый день эти костюмы менять, это шик. Интересно, он так и живет, как бы у Элиза? Ну, по-моему, да. Там шикарная сцена, которая покажется. Подскочи на большую. Кстати, вот здесь есть трамвайные пути, но я не видел трамвая. Почему они есть? Видите? Красненькие такие. А-а-а. Ну просто они не очень часто ходят. Нехило так. Guys, better see this. I hope you have strong stomachs. О, а мы тут едим, да? Так, слабонервных, беременных, пьяных детей. Угу. Морелли, Майк, we recovered a picture of the family. Else? Be honest, I just got here, Phelps. Best you talk to Lynch, he's the expert. Doesn't make any sense. Why aren't they scattered around like the rest of the debris? I think they've been moved. Ooh. I think someone moved them after the explosion and before the fire. Can you explain that, please? I'm almost positive the cause of death is asphyxiation due to gas inhalation. Look at the parts of their bodies that aren't scorched. The coloring around the fingertips is typical. It wouldn't have felt a thing. I think the fire damage is post-mortem. I think someone moved him into this room after the explosion. Нифига себе, still doesn't make any sense. Why would you run into a burning building? Ну-ка. Подо... Жесть. What are you doing? Prayer effect is from the fire. The muscles and tendons contract. Ну, как будто не молятся. Не знаю, такие позы. Так, кто тут еще? Куда ты идешь? Поговорить. Так, поговорили уже. Еще? Мне мало, я хочу живыми людьми поговорить. Лица, да? Лица, да. You ever think about how many people have died in this world? And how big heaven would have to be to accommodate them, Biggs? No, I have not. Show some respect. It's our boy. I think he watches the fires. I think the Sawyer fire went wrong. So what about the guy we have in jail, Phelps? We got the wrong guy. That doesn't explain why he ran into a burning building. What would make anyone do that? Guilt. For the fires? For his mistake. This guy wants to burn houses, not families. He expects the houses to be empty. Trying to redeem himself. He probably thought they'd be happier together. You are one very disturbed individual, Phelps. I know you had it rough lately, but you should start to compartmentalize your thoughts. Хотя бы хоть какое-то объяснение. You could be right. Can you come up with an alternative explanation? I'm sure, it's the same guy. Are you telling me that some son of a bitch murdered these people, the whole family, and arranged them here like Cupid dolls? Might fit, Cole, but I don't think we could ever prove it. There's very little evidence. Evidence. Albert, check out the hot water system. Make sure we're dealing with the same MO. Sure, Phelps. I'll get back to you. Leave the rest to us, Cole. You better find out what's eating Biggs. Да, он любит говорить этот жареный бекон. Че, по дому пройдемся или пойдем к Биггсу? Да. Я не слышу музыку. Это у нас тут лопаточка. Incidental.
О, музыки нету. Ну, не играет ничего, я не слышу. А, ну, значит, всё. Он сказал этот, посмотреть шкаф. Шкаф? Ну, который нагревать же. А. Ту-дум! So something finally got to you. You want my help, pretty boy? You got it. You keep riding me and you won't be pretty much longer. We can get this guy, Herschel. You think you've seen everything, Phelps? I was with the 2nd Marines at Bella Wood. The things that went on in that farmhouse. My own guys on fire screaming for a way out. You're not gonna get this guy. There's gonna be no photos and no citations. We're gonna kill this miserable fuck. End of story. You getting this? Вот так вот вот. You remember the list from the travel agent? Sure. The Morellis were winners too. Their name was on that list. Christ. We should take a look around, work the neighbors, see what they know. I'll go across the street. Okay, I'll try this side. I haven't done this for years. I want to see. You don't look like a fireman, son. Excuse me, officer. I just want to see. LAPD, can you tell me anything about the fire next door? Terrible luck. Imagine after having won that weekend away. What's your name, sir? Foreman. Dudley Foreman. Did you see or hear anything that might have... Look, we were asleep when we heard the explosion. И все? Нормальные показания такие. Смотри, как он бровью дернул. Да он... Как бы, да, такой вообще вызывающий сомнение, чувак. Ну, он явно как-то так сжимает, как будто так, типа, что-то сказать еще хочу, но нельзя. Ну, да. You didn't like Morelli, did you? Some neighbors you get along with, some you don't. Guess they should have sold up. What do you mean? They're knocking down all these old houses and building a new subdivision for GIs. Morelli was being difficult. Еще одни не захотевшие уезжать. You said someone is knocking these houses down? Elysian Fields. You must know them. They're billboards. That Monroe character beaming down at you. We've had an offer for the house. Did the Morellis want to sell? I don't know. Это он только что сказал, что не хотели продавать. Ну смотри, как насупился. Так, а что нам добавили улики? То, что опять хотели вступать дома и сносить. А, ну и курорт, ну да. Whatever you thought of Morelli, his whole family is dead. They couldn't have all deserved that. I want you to help me here, Foreman. Morelli was pig-headed. He built the house himself. He didn't want to sell. Stubborn fool was ruining it for all of us. You said the Morellis had won a weekend away. To Catalina Island? Yeah, that's right. First thing I thought after the explosion was, thank goodness they was away. But then I find out they were still in there. Who was running the competition? What? I don't know. Ну, дядя, ну ёпарасота, а? I need more, Mr. Foreman. Tell me what you know about the Suburban Redevelopment Fund. I know nothing about it. I've never heard of them. Серьёзно? Ядрить. Ну, ладно. Это такое? Чё? О, выйди. Мы сидели и курили. Someone was keeping watch. Looks like they were here for quite a while. Brand looks distinctive. Whoever he was, he was wearing boondockers. I would know that imprint anywhere. Призрак Геймс, здорово. Да, паяльника нам как раз не хватает. Призрак Гейм, день добрый тебе, приветствую, здравствуй. Погоди, у него что-то типа еще надо спросить.
sir. I just want to see. Did you see anyone hanging around the Morelli's home prior to the explosion? Nope. Can't say as I was looking out, though. Так вот и чё, он следил или нет? Ну, сейчас он себя неспокойно ведет. В прошлый раз, когда сомнение не сработало, он был такой постатичнее. Ну, а чё ты не сказал тогда? Ну, мудак. Ну, не как мудак, ну, как бы... Тут семья сгорела, да, он чё-то утаивает. Ну, сейчас сомнение, я сейчас за сомнение. Ну, только подинамичнее. Ну, ты сказал нет потом. Ага, я не следил. Ну, то есть оправдывается, да? Да. Sure, Mr. Foreman. There are signs of someone hanging around over there by the fence. Hey, now that you come to think of it, there was a guy. Kind of tall. Я говорю, skinny, надо паяльник носить. Anything else? Orange lumber jacket, a beat-up hat, and no hair. I thought he was the pest exterminator guy who was working around here the last few days. But that guy had hair. Thanks for your time, Mr. Foreman. Sure. Hey, if you're interested, I have one of those competition flyers in the kitchen. I could get it for you if you like. That would be great. Any luck, Cole? A couple of things. What did you pick up? Folded piece of paper. Looks complicated. Japanese call it origami. Can I take a look? Sure. Paper crane. There's a legend about them. You fold 1,000 of these and you get a wish. Hey, don't break it. I'm not. I'm unfolding it. It looks like a waybill or a flyer. What? Oh, Elysian Field. For Elysian Field's developments. Частого сыщика, а редкого. Частый сыщик, да, логер. А, прикольно. Oh, I see you already have one. И вон это винотрип. When did the flyer arrive in your mailbox? They've been arriving for weeks. This one was in the mailbox when I got home from work yesterday afternoon. Так. Ну, звук не хочется так много. Адрес выяснить для начала. Смотри, ушли и это пропало. Значит, все-таки на участке что-то надо. Давай обратно. Музыка, кто пропал? Мы шли с участка, музыка пропал. А, вот слышишь опять? Значит, что-то еще надо? Смотри. Вот, что? Что? Ну, куда ты отбежал? Он бежит как бы иногда по инерции, он не останавливается. Mm-hmm. Он тут что-то еще. Ты вот так бахнул. Где-то тут должен, по идее, быть хипстер-хит, не? А, ну вот. Это не посмотрим. Ну вот, Варли опять. Мы кого засадили? Варли. Ну. Looks like the same model. Нет. Что ты еще? Лобирус, как скажешь. Мы прошли проверку? Да. О. Газетка.
Mm-hmm. Well, all these cops, it's gotta be something big, right? How did you get my number, Ira? At first, I didn't understand you. But now I do. I'd like you to come back to the clinic. I'm helping other people now, doctor. I think you are confused. You haven't been to the clinic for weeks. I'm not confused anymore, doctor. I'm helping people be together. This world is only temporary. We'll all be happier in heaven. Why don't you tell me where you are and I can come to you? I think the fires should end now. They have served their purpose. Oh, the fires are only beginning, doctor. After the fires, everything will be beautiful and clean. Everything will be erased. Очищает мир. Be fresh and new. Он I can see my purpose now, этим инквизитором не подрабатывал. And mm-hmm. you helped me to find it. Он свитер когда-нибудь меняет, не? Белые брюки и свитер, фу, я без вкуса. Но он же психолог, знаешь, он же заглядывает в глубины разума. А там не имеет значения, какого цвета твои штаны. Главное их не обделать. The address is 748 North Oxford Avenue, Wilshire. Anything else? Messages, please. If you have a message, contact Captain McKelty immediately. Thanks. Can you put me through, operator? Of course. Here you are. Commander? He leads on the Morelli farm. We're about to go and visit Elysian Fields Developments. You're about to do what? Leland Monroe? He's a personal friend of the mayor and the chief. Are you out of your mind? I'm warning you, Phelps. Commander, we have a line of inquiry. You have something, you bring it to me. You're hanging by a thread, Phelps. Do you understand? Yes, sir. Good. Have a report on my desk today. I swear, this town is going straight to hell. Kelty has warned us off over Elysian. Makes sense. It's a dead end. We should check out Rancho Escondido. You know the place? Sure, corner of Fountain and Wilton. Let's go. Что, let's go, иди давай. Где? Не было Бланка, нет, да, вот этого? Ну что, все улики нашли. Да, вот, давай заглянем. По дому еще не ходили. Давай. Музыка играет? Не слышу. Блянкнул сейчас что-то. Ну это не такой, не тун-тун. Типа предмет можно поднять, но как бы... Бестолковый, да? Да. Да, топливо, наверное. Да. Да. Так, а что у нас? А вот душик. Ну, музыки нет, кстати. Да, ребята, у вас там разговоры в чате. Ну да, больше нет. Входим. Оно же не зачеркнуто еще. А, зачеркнуто, да. Так куда? На ранчо. Угу.
Забавно, что мы на деревянном автомобиле. На пожар приехали? Да-да-да. Блогеру советую какую-нибудь кашку, там рис, или такое легкое, чтобы поесть и организм не отвергал. Да, по-моему, рис самое то. Делится болью. Да. Ну то, что кушать хочется, бенефит ослаблен. Водки выбей. Ну. Чтобы окончательно плохо стало. Совсем, да. Каман! Что, каман, еще тебе один сбить, пожалуйста. Скамейка бонусом. Музыка заиграла. Так, смотри. Вообще-то так-то надо этот, ну, бульончик. Водки выбить. Бульончик надо. С водкой. Да, но его долго-долго варить. You know, ничего варить не надо, наливаешь, пьешь. Водочный бульончик. Так, что-то сранчо случилось, сранчо всякое. I'm not gonna tell you again, sir. Don't tell me when and how I can come and go on my own property. It's not safe, this is America, sir. Dickhead. Now step back, or I'll lock you up for a play. Son of a bitch. Бам! Вот теперь-то ты, мужик, попал. Дун! Сразу, красава, сразу прописала ему. Тум! Роб снова вчился, я смотрю, за последние годы. О, это самая моя эффективная драка. А, ты тоже? Как у нас на районе. Вообще прям. Все дерутся. Yeah. Красава. Ни одного не пропустила. Шляпа на тебя осталась. Бест, вот тебя чего должен дать за это? Люди сгоревшие там. Да, тут не дом, по-моему, целый квартал сгорел. Мне главное подошел, ему сразу вот так бест переносится. Да, тут конкретно погорело. Да, вообще весь район, смотри, сгорел. Типа, ой, домик построили, оп, сгорел. Ничего себе. Что это был за маневр? Mortar is like dust. Is that normal in a fire? А, типа, можно так это прям вытащить. О, гречневая каша, вот самое то. Короче, построили, я извиняюсь, из говна и палок. Хорошо, если еще палок добавили. Да. О! Не, не добавили, судя по всему. Просто из говна все сделали. Оп, оп, и все. Он уже согласен даже в Elysian Fields съездить. Да-да-да. Ну, поскольку, ну, тут капец какой-то вообще. И все, мы пришли кирпичик потрогать. Да. Ладно. Да, это кирпич. Что это? Это птица? Это кирпич. Так. Сейчас он нам откроет дневничок. Угу. Да, открой. Нет, нет. Нет. Вот он. Да я думаю, может, мы ее пройдем сегодня просто уже. Why not? До которого, честно сказать, не могу, потому что я не знаю ее продолжительности, но... По я идее, думаю, что мы ее пройдем. Недолго осталось. Ой. Еще пара сотен дел. Да так проскочим на зеленый. Вот зеленый, видишь? Зеленый, ага. Зеленый точно. Здорово, мужики! Эй, парни, здорово! Видали? Потворим. Вот так вот, вот. Подрастете до пожарного дела, тоже будете так угорать. Точнее, опуститесь. Опуститесь. Ну, из патруля, получается, его все-таки повысили в итоге. Ну да. Потому что ему угрозили патрулем. Кстати, надо бы как-нибудь нам попатрулить тут же эти дела еще. Ой, дела вообще.
Не угадал. Да, кстати, да. Ты его поддаст, и все хорошо. Заложников постреляем. Робушки! Далее, далее, какая машина? Не моя. О, еще один. О, нифига вас тут набежало. Здорово, парни. Парни, здорово. Кортеж, что ли, какой-то едет? Фигня вас тут так много. На тренировку? Секундочку. Давай. А и то секрет прям. Перерыв на одну минутку, ребят. Аллигатор, тогда ловчились, конечно. С перекур небольшой, ребят. Не, вообще, как и во всех квестах, всегда встречается одна, ну, проблема со встречной логикой. Ну, то есть, логика, это же, ну, штука такая гибкая. Она для кого-то очевидна одна, для кого-то очевидна другая. И вот здесь это очень явно прослеживается на диалогах. То есть, когда предлагают выбрать какую-нибудь улику или вариант ответа, да, и можно из одного вывести, ну, из предложенных вариантов вывести одну связь, а разработчики подразумевали другую. И вот только если в квестах в обычных это тебе просто ничего не дает, то здесь это у тебя отнимает улики. Благополучно найдены. Но при этом прогресс продолжается. Что интересно. Аллигатор, курить вредно, да. А, мы не в затяг. Балуемся. Шуршунчиками специальными. У нас есть специальные шуршунчики. Да, когда нам нечем заняться, мы шуршим шуршунчиками. Не надо так смешно шутить, когда я что-то пью. Ноутбук может оказаться в опасности. Да, аллигатор, всего тебе хорошего и клёвого, удачи. Давай, да, всего доброго тебе. Приходи еще. Надеюсь, успеешь. Да, на титры. Не, мы тут пока кирпичики посмотрим, пока доедем. Да, кстати, а там видел, сколько кирпичей надо осмотреть? Там целый квартал сгорел, каждый кирпичик надо осмотреть. Они все очень занимательные, полезные. Пальцем потыкать, да. Да, пощупать все, конечно. Угу. Ну, пока покатили дальше. А, мы уже прикатили. Мы уже, да, добрались. Обмен? Прозрачные эти вещи. Detectives Phelps and Biggs, LAPD, to see Leland Monroe. Do you have an appointment? With a police lady. We don't need an appointment. Can I tell him what it's about? It's an official investigation.
There are two police officers here to see Mr. Monroe. Send them through. And that's our cue. Thanks, man. Да. Только стол у нее прикольный. Ну. Сейчас издалека посмотри. Mm-hmm. Оп, такой. Класс вообще. Вообще. Я говорю, стильненько у них. Что ты такой горячий, а? Кто? Ты. Не знаю. Ипстахит сломался. I wonder how many more. We would like to speak to Mr. Monroe. I'm afraid it's impossible. Mr. Monroe's schedule is booked weeks in advance. Как ты куришь на рабочем месте? Is he in? I'm not at liberty to reveal that, officer. So he hired you for your intelligence? I find that offensive. You have every right to. This is getting us nowhere, miss. Cancino. Would you like us to return with a warrant? That won't be necessary, gentlemen. Come into my office. You like a cigar? Drink, boys. Sure, I'll have a drink. Biggs. Чё? В домике играет. Это же тот чувак, который своего сына сжёг, а потом сам сбросился с этого города, который... Минас Тирит. Да. Ну да. Тот самый, я узнала его. Думал, подстригся и рубашку наденет, я не узнаю. Elysian Fields and suburban redevelopment fires keep turning up in the vicinity of the fires. They're turning up all over town, boys. Can you imagine the current demand for housing? So that's your explanation, Mr. Monroe? Coincidence? Explanation? Why, what's to explain? I advertise on radio and billboards for buyers, and I advertise for sellers using waybills. И в чем вопрос-то вообще? Ну, значит, на сожженных домах мы ходим, ваши листовки. Ну, вот он и рассказывает, что всякими способами продвигают свою компанию. Угу. Ладно. Но все равно как-то он так натянуто улыбается. Угу. Нравы улики. Ну, уликами-то вообще проблема, как бы. Ну, пока. Потому что единственная вот реклама, которая была, ну это опять что доказывает, что они проводят рекламную кампанию, все. Угу. Ну. А вот что за поездка на курорт, дома под снос? Казание соседа. Да. Дома под снос. Ну да, ничего такого нет. Он такой спокойный, но он, конечно, ну, он да. бы тут не сидел, да. Если бы он был, да, приличным человеком. Что делать? Так, а повтори лог, пожалуйста, еще. Так, значит, мистер Монро, мы расследуем да-да-да. Хорошо, это просто ужасно. Отлично. На пожарищах с завидной регулярностью мы находим рекламные листовки. Да, так они распространяются. Они распространяются по всему городу. Вы представляете? Спасибо. Вы так это объясняете? По-вашему, это просто совпадение? Объясняю, что тут объяснять? Мы даем рекламу на радио, да-да-да-да. Ну, в целом, как бы... Здесь он явно не врет, ну просто потому что действительно так. Mm-hmm. Вопрос в том, договаривает ли он что-то или нет. Что с тобой? Я думаю так. Я так думаю. Mm-hmm. Ну то есть, может подумать, что... Что он может не договаривать? Что он насильно всем впихивает... Подожженные листовки. И поэтому все взрывается. Да нет. Это бред. Не, ну то, что они тут. Это.
Дома хотят новые построить, а тут хоп, ой, что-то сгорает их много. Ну, идея-то такая, конечно, витает в воздухе, но у нас пока нет... Улик, да. Да, улик для того, чтобы вообще высказать подобную теорию. Угу. Либо сомнение, либо правда. Ну, как бы... Я бы тут для разнообразия, конечно, даже согласился бы на правду. Ну, просто потому, что действительно все так. Они дают рекламу, размещают плакаты, раздают листовки, рассылают. Все как бы так и есть. И... Ну... Окей. Ну, я вот за правду. Пока. А я за сомнение. Уфа. Стабильность. Мастерство. Вообще надоешь. An organization of civic-minded individuals whose goal is to make the city a better place for its inhabitants. Something I was proud to be asked to join. What do you know about a competition for families to win free vacations to Catalina Island? My company runs many promotions. I'm not familiar with that one. А вот и нет. Он, потому что лицо плаката этого, собственно. Да. Который рекламный плакат. Да. Где вот реклама Elysian Fields? Да. Внизу он. Не, подожди, а может поездка на курорт, то что? Не, поездка на курорт — это то, что они выиграли. Соседи, то, что выиграли. Но... поездку на курорт. А тут он отрицает свое знание о том, что они разыгрывают поездки. Ну, значит, ну явно дядя нам тут. Педя, дичь. You can believe whatever you like, son. You're missing the vital ingredient called proof. Proof. Вот рекламка ее просто. Your face is all over the flyer, Mr. Monroe. You know about the prizes, and you're aware that they get given to holdouts. My face is the brand. It's on all our advertising. Did you know that the mayor and the chief of police are part of the suburban redevelopment fund? Do you want to accuse them of murder as well? Логер Рыз, у тебя очень богатая фантазия, либо очень богатый жизненный опыт в подобных вопросах. Я боюсь предполагать второе. Are you suggesting that I'm burning people out of their homes? So that I can sell them new ones? What happens to the plans if a family like the Morellis refuses to sell? We work around them. Business finds a way. That's the American way. That's the American way. Да. Так. Как у нас там звучал вопрос? Всегда найдется другой путь, если кто-то откажется продавать. Например, поджог, да. Ну, для начала, да. Так, что у нас с уликами? Трубы перемещены, дома под снос. Поездка на курорт. Ну, они выиграли, да. Ну, логично. Ты профессиональный переговорщик, да? Я понял. Ты работаешь, как вот в фильмах. Там, надо с этими, с бандитами переговорить. И выходишь и говоришь, вы все говно! Вы все умрете и будете гнить в тюрьме! Да? Ты с этого начинаешь всегда разговор? И также откладываешь им кирпичи там перед этим, перед, я не знаю, где там эти бандюганы засели. Он дома под снос. А вот я, кстати, не понял суть этой улики вообще. Ну, участки расчищают, чтобы построить дома для ветеранов. И это дома для ветеранов строит вот это Elysian Fields. Я понимаю, сама улика мне непонятна, что она, о чем она говорит. Ну, то есть... О том, что дома не просто так, а их расчищают. Надо что-то придумать. Входной путь. Дома под снос, окурки некачественные. Нет, это другое. А что с водонагревателем? Водонагреватель. О! Обходной путь. Ну смотри, с прямой связи между Хипстахитом и Elysian Fields еще пока не было. Ну то есть... Вообще ни разу не звучало. Он сказал, ну мы найдем другой путь, раз они не хотят, и вот другой путь.
Ну, короче, давай сомнения. Давай сомнения, да, потому что... Come on, Mr. Monroe. Ура. You expect me to believe that you would build a new development with one of those old piles smack bang in the center of it? Progress is an inexorable process, detective. Those who choose to stand in defiance are usually confined to the wastebasket of history. To answer your question, yes, we would build around them if we had to. Most people see sense. Mm-hmm. What's Elysian Fields' involvement in Rancho Escondido? One of our latest housing developments. It was due to open on the weekend, or was before the unfortunate conflagration. It met with building code regulation. Absolutely. Only the best for our returning heroes. Лучший навоз. С юга этой страны. Лучший кофе на дороге, да? Короче, нам тут опять дядя втирает дичь. Ну, для тех, да, кто пропустил. Тут у нас даже есть улика конкретная. Кирпич. 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 То есть ты вот это слышал, да? Да. Окей. Ну тут, слава богу, понятно, что делать. You're lying, bro. There's something out of kilter about that development. Son, I've had enough of you and your fidgety friend. There's no way in hell you can prove that my materials were inferior. Да там даже... только что. Да там даже особо и стараться не пришлось. I'm no expert, but I think we'll find that the bricks being used on those houses are undersized and the mortar is faulty. And there's no wall ties connecting the masonry to the frame. Every building is built to a budget, boy. Так, это из картона, это из бумаги. Those buildings inspected and fully insured by California Fire and Life. Investment of that magnitude demands it. Do you think that they'd vouch for the buildings without examining them? The arsonists, do you have any suspects? We aren't at liberty to say. I didn't think so. The contractors I use for waybills. You suppose it could be any of them? I have a list of their names, if it'd be of any help. That would be very helpful, Mr. Monroe. Glad to hear it. I'm always happy to help the LAPD. Где-то я уже это слышал. My secretary will provide you with that list. Did you know that I'm on the board of the police pension fund? Mm-hmm. Glad to be of help, officers. What's the story? Any of these names ring a bell? Брэдли, это наш чувак, по-моему, с этого. Служивец, нет? А так не понял. Леон. А, Херберт Чапман. Вон, Херберт Чапман, третий. Он. Herbert Chapman is on this list. Find the phone. We need to know where we're at with Chapman. Напомни, пожалуйста. А вот не могу вспомнить, кто это. Имя знакомое, не могу вспомнить, кто это. Так, где телефон? Телефона. Дайте телефон. Тут есть телефон. Your boss is a fine man. That's the swine. Look at him. His pal needs a date. What do you say, Constance? For me? Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Can you check whether we are still holding a Herbert Chapman? Let me find out for you. He was released this morning, Detective. I'm sorry, Логерус, Detective. А можно и не пальцем постучать, my да? Fault. Говорится слово за слово и чем-нибудь по столу. И так и дело расследуется, глядишь. Thanks for your help. Все. Размышлялся. Вот и ответ на твой вопрос. Give me your heart, and maybe I'll win it. 'Cause I always kill the things I love. Здрасте. Старый
знакомая. Buy me a drink, Cole. Fuck you. No. Not even for old time's sake. Not even for that. You're not gonna ask me why I'm here? I wouldn't give you the pleasure. Get around. She's in fine voice this evening. I wonder how the commander would feel about... Save the threats for someone who cares about them, Roy. You're breaking my heart, Cole. You know how I feel about you. Stay away from Elysian Fields. I should have known that you were playing errand boy. You and your doofus partner. You have been warned. Thanks for your cooperation, officer. I love you. Stay away. You have no idea the type of people that are involved in that company. I have a pretty good idea, Roy. The same kind of people that sent you here. Your investigation is finished. Homicide will be taking over from here. I've heard we've had a spate of grass fires in the hills that you and that hunchback might be able to handle. Thanks for the drink, Cole. Да, Кирус, нет, лица разные, просто тут нет пышных причесок, поэтому они у них всех как бы плоские. Earl delivered it. You? The Kelty. He started making noises about my pension. Тачку отобрали, ироды. Sorry about that, I didn't mean to drag you into this. Save it, Phelps. Monroe's an ass, boy. Не главное, расследуйте это дело. Ой, не расследуйте, не расследуйте, Ну тут же как? Посылают, он же обязан был кого-то послать. Ну да. Он их послал как самых отмороженных. Тут внезапно. О! 11K, go ahead. Смотри, а чего дали? Угу. Ой, Вирус, да я бы с удовольствием. Roger that, KGPL. 11K en route. Let's go pick him up. А где место? I did. But I don't like to talk about it. You come across a guy called Jack Kelso out that way? Kelso? You know Jack Kelso? He's an insurance investigator over at California Fire and Life. Mm-hmm. Our paths cross from time to time. For some reason, seeing you makes me think of him. Вот теперь можно поворачивать. Jack spoken to you about his experiences on Sugarloaf? Не переживайся, нормально. Or the rest of the campaign? Jack keeps stum just like you do. I know what it feels like to get back from conflict. You gotta respect that. Гирус, похоже, таким же принципом руководствовался тот, кого мы искали в убойном отделе. Кем? Ну, то, что там надо бить морду, раздеть, написать что-нибудь, засиловать. Не, ну так бы да. Я бы с этим напарником, как его, Рой. Как такой сделал? Почти. Ну, он пытался нам помешать. Да. Где-то тут, наверное, быть свернуть. Я смотрю, что ворочек еще двигается. Он до сих пор не вычет. Ага. Удобно ездить. Да, лево-право, лево-право. Да-да-да. Все просто. Как в Сталине было. Закоулок, переулок, канала, блин. Блин, пойми, как там куда добираться. Это диагонально, это перпендикулярно, это параллельно. Вообще. А по этой ходишь, и она круговая. О, for God's sakes. Вот туточки. Вот тут где-то. Ага. Беги-беги! Кого-то отпустили, Чепмана. We're looking for Herbert Chapman. I'm looking for him too. I need him to move his car so I can mow the lawn. He's definitely not here. I've been banging on his door off and on for a couple of hours. Yeah, he's out somewhere. There's some kind Let's of problem. Let's take a look at the car.
Чепмен. Воу, знакомая машина. Чепмен, это, по-моему, который на пожары любит смотреть или нет? Что-то не помню. А, может. Motive, opportunity, and hard evidence. Here's what I heard. Мотив, возможность, доказательство, какой мотив? А, то, что у нас на него была информация, да? Да. Ну это какой-то старый подозреваемый. Он держится о ком. Патроны. Ну, была такая там. Года 4 назад, что ли, там. Анна Чепмен, да. Якобы российская шпионка, на самом деле. Просто никто. Ну так если она не шпионка, то... Там... Это все была наша любимая советская пропаганда. Которая не умеет ничего пропагандировать, несет всякую хрень. Как обычно. Definitely gives him opportunity. Так. То есть он... Листовки у него есть в багажнике. There he is, it's Chapman. He's coming out of the laundromat. Говорю, это, по-моему, который любит на пожары смотреть. Cops. Да, точно. А, да, оружие. Ого, он что, с пистолетом? Ого. А куда он сейчас стрелял, я не понял. Никуда он просто застал. А, он угнал трамвай. Трамвай. Лантрей, да. Car 11K calling KGPL. Ну, тут бесполезно гоняться, то есть, как-то... 11K requesting assistance. In pursuit of suspect aboard the 1110 University streetcar, currently heading east on Melrose Avenue. Advise all units. Suspect is in control of car and driving dangerously. Driving dangerously on tramway. Ну как бы да, можно говорить даже как-то. Stay on his ass, Cole. Don't lose him. Ну, Герус, я детали уже не помню, там, ну, был бред просто, бред на бреде, и бредом погонял, поэтому это все не важно, но было забавно, была такая. Так, ну, Да. Вот это он, о, вот это он поворачивает. Like ну, ты ее повредить колесо. Ты стрелять в стальные колеса собираешься, чтобы вдруг у тебя всё вообще завалило. Ну как минимум с той стороны ты подъезжаешь. Если он уже так хочет. Give me closer to the driver's cabin. I'll plug Chapman. А, вот это уже другое дело. Да. Трамвай по ускорению. Now it's not the time to play around. Он точно нитро включил, смотри, он поднимался. Look, Cole, the side plate's gone. Give me closer. I think I got a shot here. Whoa. End of the line, you little prick. Come on, Cole. Привет. Я успел. Looks like we have our man, Cole. Well done. Not so sure. Chapman seemed to have his own agenda. There seems to be more to this than a personal vendetta. What are you talking about? The fires benefit Elysian in some way. I don't see Chapman and Monroe working together. You have a point. The evidence is good for Chapman. Hard to be worrying about his side of the story when he's blasting away with the 45. Ну да, как минимум. Нехило так, да. Nice work, gentlemen. Put yourself at considerable risk stopping that trolley and probably saved a lot of lives. Anyone else but you, Phelps, and you'd be up for a bravery award. We've had our eyes on that slippery son of a bitch Chapman for as long as I can remember. Couldn't be happier than to wipe him off the school. Ну хоть наконец-то, хоть что-то. I hope this puts to bed that crazy stuff you had going about Leland Monroe. What were you thinking, Phelps? We
calling Richard Nixon a crook next. Это хорошая шутка. С учетом того, что будет с Ричардом Никсоном в ближайшие 20 лет, это вообще это хорошая шутка. Да. Вот. Ну вот, да. What is it? A letter from Lou. His insurance policy named me beneficiary. А это тот, который погиб. You worked for Elysian? The roof that he was working on collapsed. The roof. Generous settlement. The roof is on fire. I'd like you to do something for me. I think there's something dirty about Elysian Fields. What has that got to do with Lou? I want you to reject this settlement. I want you to go and see an investigator named Jack Kelso and ask him to make some inquiries about Lou's case. Isn't this police work? Do you want to find out what happened to Lou? Why would he help this Kelso? Jack won't be able to help himself if he smells a rat. He's a friend of yours? He hates my guts. Elsa, you could take this money and let them get away with it, or we could get Jack's help and do something about it. Why not be honest with this man, Cole? He deserves your honesty if you want his help. Believe me, Elsa, I'd like to level with him. I really would, but it's too late. Years too late. Роу, здорово. Тебе бобрище. Роу, день добрый, приветствую, здравствуй. Привет тебе. Чё, даже 4 звезды. И никому по жопке не настучали, прикольно. Да, говорю, на нас даже не наорали. Это прям... Ну так, позитивно, что ли? Немножко. Car. Mm-hmm. House of А что-то не помню, по-моему, должно быть еще одно дело. Mr. Kelso? That's what the sign on the door says, miss. Мы играем за Kelso теперь, что ли? Да. Да ладно. Слушай, у него фамилия-то у нее еврейская вообще. Лихн. Чек на 20 тысяч долларов. Ух, Вальтер. Немецкая. Обратитесь в отдел управления счетами по почте или по телефону. Ру, у тебя дрель и силы двигать мебель. This seems to be a ridiculously generous settlement. A $200 policy with a $20,000 payout? You should... I don't want the money. What do you mean you don't want the money? I want you to investigate this case. I feel my friend may have been the victim of foul play. Okay. Let me get the case. Попался Kelso. У него обостренное чувство справедливости. Что ты только сейчас это понял? Не-не-не, я просто сам только... Сейчас. Ой! Нифига себе. Пузика. Итак. Нет, короче. 5 часов вечера, время выпить чая. 5 o'clock? 5 o'clock, да. Я не знаю, сколько сейчас времени на самом деле. Ну, возможно, примерно где-то так. Мы начали ближе к 4. Ну, мы больше часа играем точно.
можно мне там или шоколадку, или... Тебе можно все. Благодарю. Пожалуйста. Так. Мы управляем пальцем. Ну, управляем пальцем. Uh-huh. Пальцем Келсо. Uh-huh. Это не просто палец, это палец справедливости. Uh-huh. И практической судьбы. Так, он упал с крыши, типа, да? Uh-huh. Approved. Elysian Field. Approved что? А, проект, типа, да? Uh-huh. Запрулен. Так, хорошо. Дальше читаем. Иншуранс видели. Да. Калифорния. Проперти. Чё? Ну, розовенькая сначала, да. Fire and Life. Номер соответствующий. Listen Fields. Февраль 23-47. 3500. Лос-Анджелес. Январь. Against. Loss or damage not exceeding 900. Предельная сумма 900 бакинских. Интересно, не понял. То есть... Страховка на 3500. А, да, независимая оценка участка. Угу. Так, и застраховывает на выплату не больше, чем на $900. Это если участок повредит. Угу. Так. И. Ну, к углу этой бумажки подведи. А, угу. Вот так, да? Ага, вот как он делается. Угу. Так, сотрудник компании Elysian Fields. Луис Ян Бухвальтер. Погиб при обрушении кровли строящегося дома, на котором он работал. Во вторник, 28 января, около 8:30 утра, рано работает товарищ, когда мистер Бухвальтер поднимался на крышу здания, расположенного в районе застройки на Норманди-авеню, произошло оседание конькового прогона. По показаниям свидетелей, мистер Бухвальтер, соскальзывая, пытался ухватиться за стропило, но оно обломилось. Все ломается вообще. Мистер Бухвальтер упал на землю с высоты приблизительно 23 футов. То есть около 6,5 метров. Который обрушился на дыры постройки вместе с частью терапильной фермы. Ну, то есть, короче, вообще все. Здание просто сколлапсировало само в себя. Но... При вскрытии обнаружен перелом основания черепа, предположительно в результате падения, наверное, да, удара об балку, а также многочисленные внутренние повреждения в результате... Других балок. Пострадавшего в обломках пиломатериалов. Мистер Бухвальтер скачался от внутреннего кровотечения приблизительно 10 минут спустя после обрушения крыши. Офигеть. То есть, да. Независимая экспертиза конькового прогона из стропильной фермы показала, что изъяны в составе пиломатериалов невозможно было выявить до начала строительных работ. Никто не виноват. По заключению следователя, смерть Луиса Яна Бухвальтера является несчастным. Трагедия. Okay. Elysian Fields не может быть предъявлена никаких претензий. А если вы что-то предъявляете в вашей жизни, как бы... Страховая выплата в соответствии с действующим страховым полисом должна быть выплачена указанным бенефициарием. Угу. Тимотильда. 1 марта 47-го, да. Sounds like your friend took a hell of a fall. I'm sorry for your loss. Здесь примерно 7 метров. Ну, там двухэтажный дом, и он полез на крышу. Ну да, так и есть, третий этаж. Ну вот, судя по плану, видишь? А вот. Может, на плане что там? На плане? There's got to be more in these files. Видишь, может, вот это еще можно повернуть? За уголок. Говорю, в документы должно быть что-то еще. Ну, здесь не таскает, может, вот. Ну. Куда? Попробуй тут за уголок. Он же я поворачивает за уголок. Я, нет? Вот я веду, видишь, он не. Подожди, меня... а координаты? Координаты нам. Ну вон координаты. Не? Ладно. Что там наверху написано? Ну, адрес-то известен. Факт, по большому счету. Так, а давай что-нибудь еще там, а наверное, по за вот этому этажу тапни? Не тапает, да? Не-а. То есть только по этому, а?
Давай дальше, там вот за розовой бумажкой и за вот этой, наверное, что-то еще. Давай. За вот этой, Не, наверное. он палец не это, убирает. Ну, если... Палец судьбы убран. Ладно. Говорит, должно быть что-то еще. Чего убрал? А, я чего убрал? Блин. Фак. What basis do you have for your claim of foul play? Lou Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. Прикольно. Я не помню вообще этой сцены, но клёво. Так, ну во лжи явно уличить никак. Просто потому, что вообще вариантов нет. Ну, можно засомневаться. Да. Засомневаться в чем? А с чего вы так уверены, что он такой? Не, ну прикинь, столько денег пришел, она говорит, нет, не верю, расследуйте, как бы. Ну, явно, думаю, засомневается. Не, засомневаться можно. В смысле, в данном-то случае засомневаться надо, можно, в утверждении, что он такой мастер, который бы не допустил такой глупой ошибки, как плохая крыша. Ну, вообще, как бы, с точки зрения сюжета, сейчас ей было бы странно врать. Ну, в принципе. То есть она должна, наоборот, прийти и максимально достоверно все описать, чтобы у Келсо было больше верной информации для работы. Ну, то есть ее-то задача сюда. Я держит. За сомнение. За сомнение? Да. Я за истину, спорим. Готово? Угу. Уверена? Точно? Поехали. Еще раз. Ну давай, давай. А, что, я же выиграл? Да. Блинский. Я думал, ты, ну ладно. Ну что, истина? Нет. Я была за сомнение, значит, ты за истину. This was an industrial accident. How do you know that? Because it says right here in black and white. Do you believe everything that you read, Mr. Kelso? Да. Такая эмоция. А, прикольно, она так... Я не видел. Лицо состряпало. Она так, такая, типа, вы верите всему, что написано? Ты что, дурак? You and Buckwalter weren't married? No. And how did you become his beneficiary? We were family friends. Ну, то же самое у них. Да, то же выражение. Самое. Ну, давай сомнения, давай. Сейчас хоп, опять нет. А может быть, а что нет-то? Я засомневаюсь. You expect me to reopen this case because you come in here walking that walk? Походу. I think you should tell me what the hell is going on. You really want to know? Yes. We were interned together on Ellis Island. Resident alien Germans whose parents had been killed by Nazis. Do you see the irony in that, Mr. Kelso? We spent 4 years there. So the roof collapsed. Accidents happen. What exactly are you trying to achieve here, Ms. Lichtman? Exactly what I said. I want that building thoroughly investigated. Ну, явно не договаривают. Что такое? Не работает. Она... Да я хотел скриншотик сделать, она просто так сидит такая. Поза у нее. Каноничная, нуарная. Так, сейчас. Ребят, простите. Так. Что вы хотите? Я хочу, чтобы вы расследовали, но почему? Я за сомнение. Ну давай, да. Тут она же как бы не договаривает то, что ее направил сюда Фелпс. Ну да. Ну давай, да. Сомнение. Давай. Нет, нифига. Me to believe that you have no ulterior motive, that money means nothing to you. I believe that money has value. I believe your work defines who you are,
and you should be paid relative to the quality of your work. If you wish to simply interrogate me for your own enjoyment, Mr. Kelso, then I will answer no more questions. Here is my number. Call me when you're prepared to help. Подожди, он, видишь, не посмотрел вот эту штуку. Да нет, он... Ну, он не очень понятно, куда смотрит. Ну, в смысле, куда палец направляется. I'll be in touch. Блин, второе же какое-то письмо, мы его не посмотрели. А, мы его изначально смотрели. Глянь-ка. Там странный. Да. Mr. Benson would like to see you in his office, Jack. Upstairs. Хорошо, ломай. Прикольно поднимает. Сексуал харассмент на ваших экранах. Да. А что он так медленно идет? Это прикольная штука, кстати. Глянь, отвлекается. Хоп, я не попал. Мистер Бенсон, вы хотели видеть меня? Ah, yes, Jack. I'm just trying out a new putter. I notice Elsa Lickman in the lobby. It's the weirdest thing, Mr. Benson. Call me Curtis, Jack. This is California. Like I said, Curtis, this is a very strange case. How so, Jack? That lady, Elsa Lickman, is refusing a 20 grand payout. Elsa Lickman is hardly a lady, Jack. She's a jazz musician. Plays at the Blue Room in Hollywood. She has a fine pair of lungs, now that I think of it. She's the beneficiary of this guy, Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian Fields Developments. You know Elysian? I'm familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Ms. Lichtman is making some pretty serious accusations. She says the case stinks and that she's a very highly strung girl, Jack. Strung out might be a better way to put it. It's a pretty generous payment, Curtis. I think I should look into it. Is there anything wrong with the paperwork, Kelso? No, there isn't, Mr. Benson. I didn't think so. Pay the case out and get her off our backs. I can't make her take the money, Deal sir. Deal with it, Jack. Do your fucking job. Do I have to do everything? No, sir, you don't. Fine, Jack. Fine. You know I have the greatest confidence in you. Thanks, Mr. Benson. Логер Рос, не поверишь. Это такой магнит, его вешаешь на стену, и туда можно металлическое всякое. Это так, хоп. Car, Mr. Kelso. Не, вообще удобная штука. На кухне так особенно. Ну да. На кухне или в мастерской прям отличная штука. Ну. Так, куда он дальше решил? Ага, у него другой. Да, уже выделили на стройплощадку. Ну? У него напарника нет. Угу. Один. Forever alone. Я ушел. А как звали вот второго, который наркотой торговал? Тоже их служивец. Кортни Шелдон. Кортни. Кортни. Крутая штука, на самом деле, вообще удобно. Ну да, то есть не нужно как-то тыкаться, то есть куда прилипло, там и висит. Также вот для ножей вот на кухне еще забавная штука с этими, знаешь, с бамбуковыми маленькими косточками. Ага, там. Вязаночку. Угу. Нет? Я с попок. Ну просто надо будет тогда уж попозже. Нет. Хочу сейчас. Хочу сейчас, да. Причем хочу сейчас, но с опозданием. Тоже прикольно там. Не вообще делал сюда. Он всегда попадает. Да. Ну то есть какой-нибудь держатель, но не с фиксированными. Да, да. Да, надо однозначно только попасть. Угу.
с попаданием много проблем. Да и надоедает, когда подстраиваешь. Ну да. Ворот. Куда? А, мы здесь были. Да. Угу. Однажды сюда приходили. Я уж не помню, в каком доме. Ну, где-то вот в начале дела о поджогах. Здрасте. Ой, тут бумажки всякие. Их можем посмотреть. Что там, цемент, песок, агрегат. Заказано, доставлено, цена, воды. Ну типа поэтому можно сделать составить впечатление о том, какой цемент получится в итоге. Ну да. По процентному сообщению. Вот он. Вот, а он как бы в курсе, получается, Келсо, ну, понимает, что это неправильный состав. Да. По объему. Куда я к вам помню? Не-не, на второй стол. Логер... А, Роланс тут из, этот, имитацией бурной деятельности занимается. Постановляет немедленно прекратить строительные работы в жилом массиве на Норманди-авеню. Здесь с несчастным случаем от 1-28 до 47. А, быстренько убрали... Строительных площадок. Быстренько это убрали место преступления. Январьский. Не-не-не-не. Тот в марте навернулся. По-моему. Не, он нет? Навернулся в феврале-январе. А, да? Bulldozing and starting again. 2 сентября. То есть он навернулся, они перестановили и снесли. Быстренько так, хватит. Визен Филдс. Not be tolerated, да, типа нельзя задерживаться. Рынку Остермана. Лиланд Монро. The man with the grin. Looks like he doesn't like to be disappointed. Ролл, я представляю, если бы, ну, девушки той логикой руководствовались. Вот, Ролл, прикинь, такой говоришь, хочу кушать. Жена такая пошла, там режет, потом такая, ой, устала, очень устала. Пожалуй, курицу завтра сделаю. Вот. А то сегодня так столько времени салат резала. Никто ж не оценит, если ну, взять так сразу и приготовить. Ну что, я старалась, резала там. Знаешь, как помидоры трудно резать, они выскальзывают. Там. Если нож тупой, то вообще это опасно. Ну вот. Такая резала, так устала. Намахалась рукой. Да, завтра буду варить рис там и курицу. А курицу. Да. Роу, ждем продолжения этой мысли. А, начинается. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Мне интересно, даже начало мысли надо подождать продолжение. В смысле не надо. Почему я привела абсолютно такой же пример, что типа вот если делать ну ужин быстро и вовремя, то никто его не оценит. А чё? Пробрякалась. Да. Hey, you just can't be walking around down here. О, знакомые лица. I'm Jack Kelso from California Fire and Life. I don't care if you're from the Vatican. Знакомые. Buzz off. I'm investigating the accidental death of a Lou Buckwalter. You deaf? Do I have to beat on you?
А давай подеремся. Ой, я. Шляпу береги. You were just about to offer to show me the way. It's out the gate and three houses down to the left. Don't know what you're looking for, smart guy. There's nothing there. Then I'll poke around in the rubble. У нас ничего нет, почему не пускал? As long as you're out of my sight. Получил по печени. Ты это уже рассказывал, уже не новое. Ну, идем. Сейчас, подожди. Ну, типа, если заглянул в штаны, а там член, то значит нет. Да знаю я уже это на прополую. Вы тут оправдываетесь, мы это уже столько раз говорили, не поверите, я это столько раз слышал в таких вариантах. Слушай, круто, я ни разу не слышал. Но я просто в таких спорах не участвовал. Ну как бы... Ну я говорю, а видишь, понимаешь, я не хочу в таких спорах участвовать, а мне там это... Деваться некуда. Деваться некуда. Ну я говорю, я как-то с одним парнем общался, он типа... Ой, я такой голодный, типа, сделай мне пирог. Я говорю, с чего это? Ну ты же девушка. Я говорю, и чё? Чего ты должна тебе делать пирог? И понеслось, понимаешь? А, вот, то есть... это вот так даже все началось? Да. Слушай, странно, почему он не дал посмотреть надпись Not for Construction? Он прям... Not for Construction, он просто да. Он на эту сторону не смотрит? Ну, он не знаю, может... Может другую, да? Да, может другую. То есть ему это эстетически не подходит? Не знаю, возможно. А целая тебе не подошла, Келсо, да? Ты не ищешь никаких путей, я смотрю. Действительно. Так. Да-да-да-да, вот именно. Логер, все видел таких людей. Keystone Film. Это с первого самого дела, что ли? Who gets their lumber from a film studio? Ну да, помнишь, там было Keystone Film. Keystone это, который типа, строил декорации-то вот эти здоровые. Не, это, по-моему, было. О, вот. Нифига себе. Начальник. Воу. Бег с препятствиями, экшон. Подожди, нам нужно стрелять в водителя. А как нам стрелять в водителя? Держи тебя тише и прицелиться в водителя. Подожди, нам нужно... Ой. А как нам... Бежим. А как нам стрелять в водителя? Наверное, отсюда надо. Нет. Сейчас мы туда беремся. Угу. Оп. Блин, нет, я. Прикрывайся, бежим. Вот сейчас он... Блин. А он здесь все равно не проедет. Думаешь? Не проедет, а как он проедет? Да? Да. Не, ну давай, ну. Вообще, все, он не проедет. Там, для такой техники явно яма большая. А. Логерус, да-да-да, я вот... Я только хотел продолжить эту мысль, что если как бы ты... Но один... То хоть у тебя член, хоть там, я не знаю, хоть подожди, там телефон. Не, ну просто, я говорю, как-то встречалась пару таких, ну то есть... Ну то есть, понимаешь, иногда мои одногруппники приходили в таком виде, такое, что было такое ощущение, что они следуют этому правилу. А, да? Да. То есть, если у меня член, я ничего не делал? Да. По дому. Там, не знаю, там, мама уехала на выходные, там, куда-нибудь, Jack Kelso, не знаю, бабушки, дедушки, и все. I need an address on the Keystone Film Company. The address is... Мы были просто не на самой студии, мы были на этой русалке, которая делала для них декорации. No, ну, дополнительные материалы всякие, головы там и так далее. Но это вот было сцену... Props, а да, не, да, Keystone да. Film это... По-моему, про секретаршу было, что типа, ну,
Ой, у нее работа была, ну, тот сказал, что эта кинокомпания уже очень давно закрылась. А, да, в 41-м году. По-моему, про это еще, да. Итак, слушай, по-моему, я вот никак не могла пройти вот это вот... Как его? Ну, где нас бульдозер? Да. По-моему, меня там типа то ли сразу давило, то ли как-то так, я не могла понять, почему. То есть я тупо не успевала даже убегать. Не то, что перебраться, а тупо убежать. Ну, я не знаю, то ли это что это было. Ну, багуля бывает. У меня бывало тоже в разных играх всякое. Это да, врачи? Да, ладно. На большую просто выскочу. Здесь какие-то мелкие. Ну, ужар так. Случился? Никто не заметил. Сейчас раздеваться начну. Звучит как угроза, да? Да, я тебя предупредил. Всем да. Стоять, или я буду снимать майку. Сейчас потребуют вебку еще смотреть. Ну, конечно. Это... Не, ну просто подумал, знаешь, иногда там заходишь, и там какой-нибудь товарищ, который явно не в курсе, что существует сейчас горячая вода и прочие предметы гигиены там. Дезодоранты и все такое. Mm-hmm. Такое ощущение, что вот действительно он может этим угрожать. Все стоять, или я подниму руку вверх.